Закрытого под сферой аквапарка. Здесь большая территория, предназначена для отдыха, семейного отдыха. Вот этот бассейн, вот эти бунгало, которые стоят слева и справа. Вот сюда можно прийти на целый день и отдыхать, как я и предполагал когда-то в начале, наверное, 90-х. У третьего ставка. Правда, стоимость здесь не та, которую мы рассчитывали тогда. Тогда все это стоило бы 1 рубль. Сегодня это намного дороже.